Играем пулю с гроссмейстером из Беларуси. Жигалка Сергеем. Попробуем побыстрее подвигать мышкой. Одновременно комментировать это тяжело, конечно. Но посмотрим, что из этого выйдет. Играем каракан. Надеюсь, предход нам тоже поможет. Или срубить флаг, или выиграть по позиции. Не знаю, зачем я коня перевелся в 5 на c6. Это как-то рефлекторно получилось. Забрал. И, наверное, получаю слон h6 здесь, да, неприятно. Похоже на разгром. f5. e5. Так, не знаю, что ты хотел. Ферзя, наверное, рокировать хотел. Так, ферзь d7. Без пешки сижу в плохой позиции, но пытаюсь что-то соорудить. Так, ладно, конь c4. Посложнее позиции ставим сопернику. Может быть, где-то ошибется. Может быть, разнопольники сыграют свою роль. Так, хочу отъесть пешку на d4 теперь. Наверное, мне это получается. Чуть больше времени. Отъели. Так, он тоже отъедает, и, наверное, это ничья. Так, предлагает ничью. Соглашаюсь.